Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами будем делать морскую соль для ванны. Такую соль может сделать каждый. И вам будет дешевле и интереснее ее самому сделать. Эту соль вы можете сделать вместе с друзьями, вместе с братом или сестрой. Или же весело провести время с вашими родителями. Для того, чтобы сделать такую соль, нам понадобится эфирное масло, которое вам нравится. Дальше нам понадобится краситель. Я взяла зеленку, потому что мое эфирное масло, эвкалипт, он зеленый. А если у вас лимонное масло, то лучше взять желтый цвет. А если, например, апельсин, то лучше оранжевый и так далее. Обязательно краситель нужно брать пищевой, чтобы краситель не вредил телу. Или же, как я, взяла зеленку. Дальше нам понадобится крупная, обязательно морская соль. Она вот такая вот крупная. У меня здесь почти стакан соли, 220 мл. Для нее нам понадобится почти полная чайная ложка воды. Получается пол такой крышечки от обычной бутылки. Также нам понадобится тарелочка. Я взяла металлическую. И последнее, это бумага, на которой мы будем сушить соль. Бумагу я положила на такой разнос, чтобы удобно было переносить. Высыпаем соль в тарелочку. Дальше нам нужно зеленку капнуть в крышечку с водой. Я капну 5 капель. Если вы хотите, чтобы соль была светлее, то меньше зеленки. А если больше, чтобы было насыщенное, прям хорошее, то больше. Вот такой у нас темный раствор получился. А теперь добавляем эвкалипт. Я добавлю 5 капелек эвкалипта. Можно эфирного масла добавлять больше. И теперь я это все буду мешать спичкой. Теперь я это вылью в соль. И быстро-быстро начну мешать, чтобы равномерно соль окрасилась. Такс. Ребят, она стала такая красивая и так вкусно пахнет. Это как будто она с моря, волны. А теперь нам нужно ее высушить. Для этого я ее рассыплю на листочки и оставлю на некоторое время. Она такая красивая, прямо как в сказке. Голубая-голубая, как будто с моря. Как будто это волны моря. Вы знаете, ребята, я решила еще его темнее сделать. Я добавила еще сюда 2 капельки. Так что не бойтесь экспериментировать с количеством зеленки или красителя. За ночь у нас соль высохла. Я пересыпала уже в баночку. У нас получилась полная баночка. Теперь можно соль кому-то подарить, как я моей подруге подарю на день рождения. Или оставить себе. Баночку я украсила вот так вот. Вы тоже можете так украсить красиво баночку и сделать эту замечательную соль к себе или кому-то в подарок. Ну что же, всем хорошей ванны и всем пока!